Всем привет! С вами Информ ТВ. Жанну Агалакову знают многие российские телезрители по выпускам новостей. Она часто освещает события, которые происходят во Франции. Но на самом деле родилась журналистка в Кирове, образование получила в Москве, там и осталась работать. В середине 90-х она создавала очень интересные сюжеты для программы «Человек и закон», а вскоре ее перевели во Францию для работы специальным корреспондентом. Зрители гадали, почему Агалакова отказалась от такой хорошей и высокооплачиваемой должности и уехала. Оказалось, там живут ее муж и дочь. Со своим мужем-итальянцем она познакомилась еще в начале своей карьеры. Джорджо Савона младше более чем на 5 лет, но это не помешало им полюбить друг друга. Они знакомы почти 30 лет, а женаты почти 20. Их дочери Алисе уже 18 лет. Отец назвал ее Аличе в честь героини сказки «Алиса в стране чудес». Родилась она в Риме и до сих пор обожает этот город. Девушка говорит на нескольких языках – английский, французский, итальянский, китайский и испанский. Но поступать она собралась на физико-математический факультет. Сейчас вся семья живет на две страны – США и Францию. А в этом году Жанне исполнилось 55 лет, но кажется, она ни капли не изменилась. Если вы помните Жанну по новостям, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!